Да, всем привет, это долгожданные блицушки с мастерами. Да, куда уж долго ждать не будет. Нет, ну, я думаю, многие любят этот фабрикант. Кроме... Хотя кроме... спорю, чем унылые дебютные лекции. Ну, кроме меня. Так, тут уже все разменялось, и я болею за итальянца. Почему? Потому что он не меняет фразей. Как не меняет? Именно он их и поменял, вот смотри. Все, хорошо. Побей на b4. Почему сломался? Конем бестолково. Слоном тоже, в общем-то. Да, ну, мы получили очередную тухленькую позицию. Собственно, как это бывает в этой рубрике. Да. Теперь мы медленно будем захватывать линию А. И... Зачем нам захватывать линию А? Слон d6. Может взять и конь e4? Mm-hmm. Ладно. Нет, слон d6 вообще не обсуждает. Слон e7, вот да. Слон e7 это сильно, да? Слон d6, конь c6 сдались. Слон f4 и конь e7 шах, помимо жутки. Вот он лезет на c7. Пусть лезет. Не против? Нет, я его даже подгоню. Так, а он же не поймается. Ну и что? Или поймается? Ну, не знаю, какая разница. Все равно там ничего не делает. То есть мы играем как обычно. Что-нибудь куда-нибудь ставим, а там что-нибудь нарисуется. Да. Отлично. Так так и надо играть в шахмат. Да? Конечно. Классику тоже? Да во что угодно. Не создавая... А, в эти как там... В Орду. В Орду? В Орду, может, и нет. Почему ты поменял? Я люблю менять. Было отличное поле на b4. Была возможность подкрутить или нет. Убог, как всегда. Спасибо. Ну тогда b5. Ну год, ну пойди хотя бы b5. Почему ты такой нужный шахматист, а? Почему я ладью на a5, а не на a7 поставил? Что ты валенок? Обидно, но правда. Ну сейчас пойдет в конь b5. Да, вот он так пойдет и пойдет слон b5 следующим ходом. Будет печально. У тебя уродливая позиция, 8? Нет. Зачем играть ладья d8? Отлично, мы заняли линию. Меняться это мой конек. А как пешку держать? Ну никак, но даже если он ее съест, у нас же не хуже. Можно ладья c3? Можно, то ладья a3. Там дальше что-то найти, да? Взяли. Взял на b3. Ну тогда сначала ладья c3, потом конь b4. Ой, конь b4. И тут это последний шанс, когда мы можем за что-то зацепиться. Тогда h6. И что это даст? Это не даст получить мат по 8. Как тебе будет так специфично? Ладно, ладья c3. Почему у тебя 2500? Почему так высоко? Не знаю. Дали конь c4. А, стоп, он конь c4 дал, что-то он совсем не то делает, ты прав. Я был уверен, что он ладья a3 пойдет и король f8 будет. Так ходи уже конь c4. Я объясняю зрителям, мы же для зрителей записываем. Да? Правда? Не знал. Вот это неожиданность, слушай. Новость года просто. Ну и чё, и как ему теперь отковыряться в этом, в этой пешке? В этом? В этой пешке, да, b3. В этом? Я не знаю, как ему в этом ковыряться. B2? B2? Или ладья C2? Или H6? Не надо спешить. Очень важно не спешить. Очень важно уронить флаг, ребят. Да. Ладья 1 это тонкий ход. Ну, ладья на 5 плохо стоит, на 8 лучше. Не, ну так он все, приплыл. Так, да, просто, видимо, b, да, и конь b2 в конце варианта. Да. Ну, сейчас ладья d1 и b1 будет. Все. Сдался. А, ну, всем спасибо за внимание, вы были блицушки с мастерами. Слушай, какая-то...